Делегация СССР во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Леонидом Ильичем Брежневым по пути следования в Хельсинки на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе сделала остановку в городе Выборге. На вокзале товарища Брежнева члены Политбюро ЦК КПСС, министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко, кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко и других членов советской делегации сердечно приветствовали трудящиеся города. Они пожелали товарищу Брежневу доброго пути и успешного выполнения благородной миссии мира. Пионеры преподнесли Леониду Ильичу Брежневу и членам делегации букеты цветов.